Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Сегодня мы продолжаем знакомиться с буквами. Давайте вспомним, какую букву мы проходили в прошлый раз. Да, буква А была у нас. Вы молодцы, все правильно ответили на загадки. А сегодня мы продолжаем изучать следующую букву. Это буква Б. Посмотрите, как она пишется. Б заглавная и Б маленькая. Б за А шагает смело и бурчит. Ну что за дело? Первой я хочу стоять, алфавит наш возглавлять. Буква Б проснется рано, буква Б бочонок с краном. Умывайся, будь здоров, богатырь Борис Бобров. Буква Б с большим брюшком, в кепке с длинным козырьком. Бегемот разинул рот, булки просит бегемот. Белка очень весела, белый гриб она нашла. Я еще вспомнила барабан, булочка, бык, бинокль. Какие еще вы знаете слова на букву Б? И сегодня у меня снова к вам задание. Две загадки, на которые напишите ответ в комментариях. Пусть или мамы вам помогут. Первая загадка. Встал он прямо у дорожки. Не идут со страха ножки. И мычит бедняга. Му, шаг я сделать не могу. Кто это на букву Б? И вторая загадка. Что на сковородку наливают, да вчетверо сгибают? Жду ваших ответов в комментариях. И напишите букву Б в своих тетрадках. Удачи! Всем пока-пока! До новых встреч!